хотя, наверное, могу сказать одно, это спорт, и действительно спортсменка не слабая, даже несмотря, что Африка у нас считается не фехтующий регион. Она тренируется во Франции. Могу сказать, что я могла выиграть, очень расстроилась, и тяжело сейчас, но я думаю, самое главное – проанализировать все, и командным соревнованиям нужно прийти в оптимальное боевое состояние впереди команды. В каком ты состоянии подходила перед началом чемпионата? Удалось набрать оптимальную форму? Да, я набрала оптимальную форму и на самом деле хорошие проводила бои, несмотря на то даже, что всего один укол по приемам, которые наносила. Могу сказать, что все очень хорошо, тренеры очень хорошо потрудились, медицина наша тоже очень старается, и большое всем спасибо. К сожалению, не удалось оправдать свои ожидания, я думаю, ожидания многих. Ты пропускала несколько последних чемпионатов, да? Насколько тебе было важно принять участие в домашнем чемпионате именно? Да, это очень здорово. И на самом деле было даже, можно сказать, неожиданно, что меня включили в списки, буквально за 2 недели утвердили меня. Поэтому чувствовалась игру соответствия в тот же момент огромная радость, удовлетворение от всего сезона, потому что в связи с тем, что я была в декрете какое-то время, я думаю, что я хорошо провела этот сезон, и это должно было быть в личное соревнование такой финальной точкой именно по личному турниру. Хотелось, конечно, выступить более ярко и по результатам, но все-таки опять вся у нас сила на командные соревнования, очень важны они для нас, и я думаю, что все будут поддерживать, вы поддерживать, так что это самое главное. Как сейчас в команде обстоят дела, как атмосфера, насколько все готовы, девчонки? Девчонки готовы отлично, замечательная команда, сильная. К сожалению, Виолетта не получилось сегодня себя проявить, она после меня проиграла один укол. Я пока еще не видела, мы так немножко еще все отходим. Девочки соберутся, и я вместе с ними, все будет хорошо, будем работать. Будете теперь переживать за Таню Гудкову, да? Надеемся, да, что... Таня Гудкова сейчас начинает фехтовать. Я стала сейчас, пойду уже смотреть. Буквально через там полчаса будем смотреть, что как она, и болеть, конечно.